темпы роста российской экономики могут увеличиться в результате присоединения Украины к таможенному союзу. Такие данные обнародовал сегодня Евразийский банк развития. Исследования проводили Академии наук России и Украины. Мы хотели бы, чтобы это исследование стало предметом обсуждения. Причем не только, так сказать, среди политиков, может быть, и в среди общественности. Потому что, конечно же, реализация тех сценариев, которые заложены были в это исследование, она зависит от каких-то политических причин. Ученые рассмотрели варианты экономического сотрудничества Киева с таможенной тройкой и Евросоюзом и сделали однозначный вывод. В рамках зоны свободной торговли с Евросоюзом Украина будет ежегодно терять до 1,5% ВВП. А эффект от интеграции со странами таможенной тройки, напротив, даст Украине до 48 миллиардов долларов к 2030 году.